Заключительный в этом году совет депутатов провели в Химках. Центральной темой заседания стали итоги в финансовой сфере. За 2018 в бюджет городского округа дополнительно привлекли более 1 000 000 000 рублей. В эту сумму также вошли средства, которые были выделены Химкам за второе место в рейтинге 50. И даже уже эта позиция, она принесла нам дополнительно 80 миллионов, которые сегодня же уже учли в бюджете. Естественно, они направлены на главную задачу, на улучшение качества жизни наших граждан, жителей городского округа Химки, имеется в виду на благоустройство, дворы, подъезды. В заседании совета принял участие и глава городского округа Дмитрий Волошин. Руководитель муниципалитета ответил на вопросы народных избранников, в том числе по вводу спортивных объектов. Так, например, обсудили тему физкультурно-оздоровительного комплекса в Подрезково. И у нас есть вопросы к подрядной организации сегодня. Мы не выпустим документы, пока мы досконально не проверим, что мы будем полностью уверенными. После того, как мы уже его запустим технически, в январе месяце дети пойдут. За этот год народные избранники рассмотрели порядка 100 вопросов, в числе которых выделение средств на оказание материальной помощи, работа профильных комиссий, контроль за размещением незаконных объектов рекламы и многие другие.